Всем привет! Прямое включение. В общем-то, собрался в отпуск в Грузию. И все совпало вместе с тем, что люди сейчас пытаются эмигрировать быстро в Грузию по определенным обстоятельствам, всем нам известным. Вот. Ну, я уже забил даты отпуска, планировал его и не ожидал, что будут такие приключения. В итоге мне приходится из Северной Осетии, из Владикавказа, ехать на пограничную зону Россия-Грузия-Верхний Ларс по горным тропам, объезжая пробку из Владикавказа по трассе, которая по трассе сейчас. Вот. В общем-то, договорился с двумя ДПС-постами. Ну, с одним даже не договаривался, они меня просто пропустили, посмотрели, что я родился здесь. И пропустили. Вторые не хотели пропускать уже на повороте в Кармадон. Но настойчивость, упорство пока мне везет. В общем, еду по таким вот красивым горным тропам. Просто офигенный вид, я просто еду и наслаждаюсь. Здесь вон пасутся овцы, коровы, только кого я уже не видел. Мне предстоит, наверное, пару дней стоять в пробке перед границей, потому что народу целая куча двинулась из всех регионов. Надеюсь, все будет хорошо, я проеду. Очень хочу отдохнуть, съездить к друзьям. Вот. Надеюсь, все случится и, возможно, даже пожить какое-то время в Грузии. Ну, потому что обратно ехать опять стоять несколько дней, это, конечно, не очень. Хочется, в общем, насладиться отдыхом и, наверное, там чутка провести времени побольше, раз уж такие дела. Вот такая, офигеть, какая красивая гора, падает солнце прямо на нее. Все, выключаюсь, следующее включение будет о ситуации там, на дороге уже за Чми. Я объеду кусок пробки и снова встану в пробку. Ну, в любом случае, встану в пробку. Вот. А пока смотрим такие виды. Ну, что сказать, переночевал в машине, стоя в пробке за Чми. Вот, удалось спуститься, еще встретил одних ДПС работничков, и они меня пропустили, так что я попал на эту дорогу, которая ведет к пограничной зоне с Грузией, Верхний Ларс. Но я еще не доехал. Едем со скоростью улитки. Очень тяжело на самом деле. Время тянется. Поэтому приходится, в общем-то, терпеть и собираться с духом. Вот. Такие дела.